Нам надо найти этого сраного Фрэнки. Четыре пальца. Вот где он? Пес его, что-то знакомое. Здесь Фред, Флик и... и Фрэнки. Может быть, он вообще не в этом городе. Может быть, я с Фликом его перепутал, поэтому пес его знает. Я знал, что ты придешь. Всеми силами... Че? Всеми силами стараясь держаться на ногах, Тайлер обнимает вас за плечи. Я никогда не рассказывал. Тебе, как я. Он замечает группу Лары. Что за... Хрен вам, эта вечеринка не закончится. Из-за какой-то собаки женского рода и ее подонков. Достаем пушки, ребята, у нас гость. Может быть, слушайте, вот этих надо было напоить-то, конечно. Вот где-то один пиксель здесь есть. Разработчики оставили его. Это просто издевательство. Ха-ха, ты зараза. Не, короче, это пипец. Не, вот я такой, я такой против. Я такого, не, такого мы не одобряем. Так вот зачем так издеваться над людьми? Теперь я знаю, что там неосмотренный есть. Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушки Fallout 2 часть. Ух, понаписали, понаписали, просто пипец. В общем, тут у меня, походу, со мной все подписчики играют. Обалдеть. Так, мне тут подсказали, что этот дрищ, Дерек, где-то вот здесь стоит, и что, а, вот он, типа вот, да? Вот, все-таки нарк, блин, где он? Где-то, короче, здесь. Ну, ни с кем мы поговорить не можем, ду-ду-ду. Вот, но книгу вроде как раз-таки мы нашли, ту, которую нужно, да? Вот, и поэтому... Вот, смотрите, вот здесь нет. А вот, вы видите жителя дыры. Вот, жителя дыры, я с ним говорю, найди себе свое здоровье, дрыхни там на здоровье, я устал. Найди себе место, дрыхни там на здоровье, я устал. Что ты тут делаешь, либо вы что тут делаешь, я устал. В общем, пес ее знает, говорят, что типа вот этот Дерек, но никак он не взаимодействует. Я так понимаю, книгу нам надо будет отдать сейчас, да? А с этим лоботрясом, с... как там его? С Карлом, вот, он с нами вроде как больше не будет говорить. И, типа, вот, нам надо было выговорить его на квест, чтобы он рассказал свою историю. Потому что где-то там пригодится. Я помню, что какой-то... ферма какая-то, короче, ферма какая-то не людоедская как-то, ужасная ферма. Что-то, короче, с фермой связано. Вот, и... Там будет как раз-таки, что-то там происходит, короче, с этим лоботрясом, короче, не помню. Вот, но помню, что по времени ограничено вот это задание, вот, и все. Так, в предыдущей серии мы, получается, с мамашей договорились насчет сирот, поэтому давайте-ка мы их сбагрим, чтобы они, эти крысы, не тырили у нас ничего. Так, для этого нам что надо сделать-то? Так, нам надо сделать дыра. Забрать книгу Ребекки у Дерека. Найти способ убрать сирот с улицы. Так, это мы договорились, достать автомобиль, запчасть для Смити. Да, сейчас очистим и давайте, получается, попробуем с книгой. Блин, эти опять крысы там. Вроде они... Ой, они вроде как этот... как сказать, эти вроде не воруют, но на всякий случай. Ну-ка. Что-то крысы все стащили. Так. Кража 3. Что-то стащили. Фига, видали, сквозь стену прошел. Так, винт стащил, я понял. Да крысы мелкие, блин. Через бой надо, только через бой. Это просто пипец. Ну, кстати, может быть... Сказали, что мне вроде как спутник не ходит. Ну, в смысле... Они вроде как спутников... Кто-то мне сказал, что спутников, короче, тоже грабят. А кто-то сказал, что спутников не грабят. Короче, хрен его знает, кому верить. Так. Давай сейчас еще сохранимся. И очень надеюсь, что с книгой сработает. А насчет твоей работы. Ой, вы нашли мою книгу. Надеюсь, Дерек ее не порвал. Да, вот возьмите. К сожалению, нет. Балаван, да, вот возьмите. Ой, как я рада, что вы нашли ее. Спасибо огромное. Вот ваши деньги. Всегда пожалуйста. 300 опыта. Отлично. А что, и все? Я ищу торговца. Мне надо выпить. А, да, вот еще квест насчет выпить. Мне надо выпить. Виски моя специальность. Это почти традиция семьи Дайер. Я держу крайне-крайне низкую цену. Всего $5. Дайер? О, это наша фамилия. Дайеры давным-давно занимаются этим бизнесом. Еще с довоенных времен.
А можно еще вопрос? Мне надо выпить. Так, Дайер, я хочу выпить. Вот, пожалуйста, спасибо большое. Спасибо. Ага. И типа 5 долларов мы отобрали, и что нам дала она? Мы просто хряпнули, я так понимаю, за воротник, да, закинули, и все. Окей. Так, и нам сейчас надо бы поговорить с этой, с другим баром поговорить. Нам, да, поговорить. О, кстати, ну-ка. Давайте сразу проверим это. Да, они не реагируют на спутников, все, нормально. Проверили. Вот, и... Бар у нас вот только здесь вот еще один есть, поэтому давайте, наверное, сейчас сюда зайдем. А так опять эти крысы тут. Стоят эти крысяки, ждут уже. Так, и посмотрим. Так, здорово. Что бы вам хотелось? Виски. Виски стоит $20 за партию. Почему это виски у вас стоит настолько дороже, чем у Бекки? Эти семьи из Нюрина за свою выпивку 3 шкуры дерут. Не знаю, как ей это удается. Выяснять не пробовали? Если узнаешь, где она берет бухло, я тебе заплачу $100. Спасибо, я выясню. Так, может быть, мы как-то уладим это дело в этом, в, так скажем, в мирном русле. Вот, сейчас с ней поговорим, может быть, она как-то скажет, что, типа, наври ему, что-то типа такого. Потому что тот какой-то мерзкий. Кстати, я думал, что вот эта бабища, она тоже злая. Но, как оказалось, вроде она неплохая, типа, добрая. Вот, просто если взять вот соотношение, ой, не соотношение, сравнение с первой частью, да, там просто злодей был, все злодеи живут в этих, в казино, блин. Поэтому вот тут решили поломать этот стереотип, чертов. Так, ну давай. Мне надо выпить. Вот, выпивка все еще 5 баксов, и семья Дайер торгует лучшей выпивкой в мире. Так, почему такая дешевая выпивка? Извините, это коммерческая тайна. К тому же я пока не так хорошо вас знаю. Я бы не хотела, чтобы Фрэнки об этом узнал. С ним и без этого хватает хлопот. Хотите еще одну порцию? Это и вправду то, что нужно. Спасибо, я выпью. За $5 пойдет. Так, и получается, у нас сейчас отобрали 10, да, у нас 970 должно быть. Сколько там было? Сколько-то было. Так, и получается, нам надо поговорить с Фрэнки, да? Я так понимаю. Давайте попробуем, у нас что-нибудь в этом, в пипе что-нибудь отображается. Дыра, да, вот, узнать Бекки и продавать свои юбки так дешево. Так, Фрэнки, по-моему, если мне изменяет память, так, это Фред. Кто же Фрэнки-то, господи, боже ты мой, Фрэнки. Фрэнки, кто же Фрэнки, это Фред, по-моему, да? Давай зайдем, я точно не уверен, по-моему, это Фред. Фрэнки, блин, тоже Фрэнки. Так, это Фред, да. Вот этот, может, Фрэнки? Тощего сального человека. Теперь что? Так время зря тратишь. Так, это Флик, да? Я ищу убежище, еще одного торговца по имени, не знаешь, где это может быть, какого черта тут делаешь. Так, ну это мы это все, этот самое. Я больше... О, слушай, это не моя лопата-то? Нет. Видимо, я ему продал, да? Просто эти крысы все несут сюда. Так, ладно. Так, еще увидеть вообще хотелось разу взглянуть на товар. Так, блин, где же они есть-то? Где этот Фред чертов? Кто это вообще? Фред. Так. Ну, у нас вот здесь вот еще один есть. Мужик какой-то, может быть он. А, это Табби. Он прям написан. Блин, кто же Фред-то из вас? Черт бы вас побрал. А Фред, подожди, это не тот, который... этот, вот здесь-то. Блин, короче, пошли с делом этих мелких... Не знаю, слов не хватает, этих тварей мелких. Просто изничтожим, их закинем в этот сраный дом, и, блин, пусть они там живут. Тут задрал каждый раз так, усложняется просто пипец. Так, я так понимаю, нам надо сейчас поговорить с этим лоб... А, подожди, не поговорить, на, вот этих вытурить всех. Вот этих надо. Сейчас будет бойня. Битва сейчас будет. Ну-ка пошли отсюда. Эй, чувак, я с тобой здесь первый. Ты что хочешь?
Я хочу, чтобы ты и твои дружки свалили из этого здания, потому что мамаша собирается превратить это место в детский дом, чтобы убрать всех этих бездомных детей с улицы, и она не может сделать это, пока вы здесь. Он нервничает и поглядывает на своих друзей, ища поддержку. Мы же предлагали бы большую сделку. Мы никуда не поедем, пока она не заплатит, так что если ты не принес нам миллион монет, то отвали. Вот. Все равно берега-то надо знать. Он же прекрасно понимает, что никто миллион ему не даст. Ему просто сейчас... Короче. Послушай, у мамаши нет таких денег. Даже если она и согласилась бы на сделку, она никогда не заплатит. Так что забудь об этом. Потому что почему бы тебе не проявить капельку жалости и не пойти в какой-нибудь другой дом? Эти бездомные дети нуждаются в этом месте гораздо больше. Да кто ты такой, чтобы говорить, кто чего заслуживает? Мы... Уже здесь. А что это значит? Уже здесь. Почему в этих штучках? И ты не сможешь заставить нас уйти. Слушай, у вас есть два варианта. Вы можете выйти отсюда на своих ногах, или я могу вывести вас отсюда путем перетаскивания одного трупа за другим. А он обменивается взглядом со своими друзьями, потом смотрит на вас и кивает головой. Ладно, ты победил. Не думай, что мы ненавидим детей или типа того. Черт, большинство из нас сами были бездомными детьми. Мы просто пытаемся заработать немного денег. Работы тут нет, только торговать наркотой и грабить. Мы этим не занимаемся. Мы уйдем, но куда? Это место наш дом. У, нифига тут просто лясы точим. Я, может, и пожалею об этом, но если вы всерьез хотите работать... Я уверен, что мамаша может использовать вашу помощь в ремонте этого места. Она добрая женщина, так что если вы извинитесь, возможно, она даст вам шанс доказать, что вы больше, чем кучка лентяев. Я поговорю с ней об этом, но если вы попытаетесь обмануть ее, я вас из-под земли достану. Давай. Он обменивается взглядом с другими сквоттерами и обдумывает ваши слова. Знаешь что? Это звучит не так уж плохо. Наконец, есть возможность честно работать. И если ты действительно думаешь, что мамаша согласится. Пока ты с ней договариваешься, мы начнем прибирать это место. Да и спасибо за то, что так хорошо к нам отнесся. Давай, придурок. Скатертью дорога. Так, я так понимаю, нам надо сейчас с мамашей, да, поговорить? Так, дыра. А, и все, смотрите, да? Ну, в любом случае, нам надо поговорить, мы опыт это не получили. Хотя, квест как-то странно, сам по себе опять закрылся. Ни опыта, ни алло, ни привет. Пипец какой-то. И где этот чертов Фрэнки? Фрэнки 4 пальца, блин. Где вот он? Пес бы его подрал. Так, и тут психи нападают, надо эти тут воруют. Господи, что за город? Все нападают, воруют. Господи, никуда, нигде нет спокойно. Нигде не спокойно. Так. Высокий друг видит это небо. Совсем с ума сошли уже старые придурки. Так, может ты Фрэнки? Я теперь не Дерека, а Фрэнки ищу. Так, нам мамаша. Так, ага. Ну давай. Фрэнки. Фрэнки, Фрэнки, Фрэнки. Франкенштейн, блин. Где он есть-то? Хрен его знает. О чем ты хочешь поговорить с мамашей? Так, сквотеры готовы съехать. Они сказали, что очень извиняются за предоставленное неудобство. Сейчас занимаются уборкой здания. Очень хотят искупить свою вину. Я подумал, может быть, если они хорошо себя проявят, вы дадите им какую-нибудь работу. Да, вы правы. Каждый заслуживает еще один шанс изменить свою жизнь. Я зайду к ним и с друзьями, и мы обсудим их дальнейшую судьбу. Спасибо огромное за вашу помощь. Если вы по-прежнему будете в городе, когда мы закончим, зайдите в приют, дети будут рады. Надеюсь, все будет готово к тому времени. Я так рада, еще раз спасибо. Вот, сытый обед за счет заведения. Спасибо, мамаш, увидимся. 1000 опыта. Обалдеть. Вы помогли организовать детский прием для детей дыры. Так. Итого у нас получается... Что-нибудь тут написано? Так, боготворят, говорят, принимают. Город убежище, рынок, так... не написали. Свежеватель Гекко есть. Ближний ученик. Короче, ничего не написано, да? Девственник вот написано. Беспердел. Ладно. Так, теперь
Нам надо найти этого сраного Фрэнки. Четыре пальца. Вот где он? Пес его, что-то знакомо. Здесь Фред, Флик и... и Фрэнки. Может быть, он вообще не в этом городе. Может быть, я с Фликом его перепутал, поэтому пес его знает. Скорее всего, наверное, да? Вот, и... нам надо, короче, как-то споить, да, этих лоботрясов. Ну-ка. Вот, ты что-нибудь нашел? Да, сегодня у них вечеринка. Отлично, они наверняка оставят минимум охраны. Мы будем в хорошем положении. И тех, кто будет на вечеринке, можно будет устранить после удара по церкви. А мои деньги? Ну нет. Хочешь получить свои деньги, иди с нами. Драться тебе не придется, но мы должны убедиться, что тут нет ловушки. Я дам тебе 300 за все это. Дай мне время подготовиться. Так, давай. Ладно, но нам придется действовать быстро, иначе мы упустим свой шанс, так что не особенно возись. Блин, мне что тут предупредили, что надо пиво в руку взять, их что-то споить. Вот, либо это не с ними вообще. А, то по-моему, у входа там с этими, блин. Гоба-бробом, я, честно сказать, тут возможностей-то много. Наверное, надо было... О, кстати, дети-то пропали. А нихрена дети не пропали, блин, а что за дела? А, наверное, еще типа не устроилось нифига, да? Так, у церкви, у них сейчас типа вечеринка, они по идее должны свалить отсюда, да? Или там минимум останется. А вот с Мецгером. Эй, что такое? Уже почти время идти на пьянку. У меня есть кое-какая информация, может тебе будет интересно. Да, ну и что? Информация денег стоит, Лара собирается нести, так, ага. Информация стоит денег. Твою мать, зависит от того, в чем дело. Ты мне скажи, а я уже решу, буду платить за это или нет. К сожалению, нет. Так, не будем ее сдавать. Так. Я так понимаю. Они... Мне кто-то подсказал, типа, вот так сделать. Но я чуть не уверен. Вы применяете предмет пива к существу Тайлер. Интересно, Тайлер знает, что он существо? Но, по идее, это типа у них там точность снижает или что-то типа такого. Поэтому давай вот так попробуем. Хрен его знает. Не знаю, что-то мне вот так посоветовали вроде. Может быть, это вообще не те дроиды, которых мы ищем. Поэтому хрен его знает. Ладно, давайте попробуем атаковать тогда. Ну где там проход-то? Сейчас уж пиво-то пройдет, все. Наверное, я вышел из этой. Да, и загрузился. И, наверное, статы у них пропали. Поэтому пес его знает. Ладно, давай, окей, вперед. Так, ну и что? Сразу напали, да? Интересно, реально они пьяные или нет? Так. Сейчас я и бутылкой пива зафаршмачу. Так, нам тут вообще хана сразу же. А вы видите Лару, она потеряла. Раненые. То есть... У нас какая идея? Можно попробовать хилить ее. Вот тогда, вот это сам, наверное, вариант. Стимпанками, хотел сказать. Стимпаками, да? Либо... порошками, которые я продал. Ну, стимпаками, я думаю, да? Давайте сразу вот так вот сделаем. Если что, мы на подхвате. Будем следить за ними и посмотрим. Блин, наш лоботряс, конечно, еще в бой полез. Плохо. Обозырим сейчас. 11 здоровья потерял, это кошмар. Блин, теперь эти все будут ходить? Ага. Ну, сейчас ее тут кокнут тогда. Сколько у нее? Ранено. 5, да? Ну так норм тогда еще. Я не знаю, нас вообще собираются атаковать или нет. Это не Сулик там вылез? Это бандит. Ну я пес его знает. Ну давайте подождем еще ходик, чтобы все остальные выбежали. О, Сулик, давай! Забирай опыт! Братан, забирай опыт. Только не Сулик. Хорош. Он прям, смотри, что-то прям этот самый. Сколько там живешь? Раненый. Сколько у него хп, обалдеть. Так. Давай попробуем. Внесем свою лепту. Хорош, Сулик, давай. Ха-ха-ха, наш. Опыт наш. Марк получил критическое ранение. Так, окей, это не наш. Сейчас, короче, надо крысить. Крысить надо. Фига там кувалда. Надо крысить сейчас.
Ой. Сбиваться, но критическая потеря, нифига себе. Увидите Лару. При смерти, ладно, пойдет. Пойдет. Вы применяете... А, смотрите, как хорошо, нудак. Тяжело ранен. То есть, получается, он не пропадает, как в первой части. Ну, отлично, я думал, не применился. Тяжело ранен. Вот крыса. Хорош. Он еще жив. Сулик, давай, брат, добивай. Кстати, знаете что? Надо бы попробовать сейчас труп забрать. Потому что, может быть, потом будет загрузка. Типа, знаете, как заставка какая-нибудь. Что-нибудь типа такого. Вот, и все вот это похерится. Так, сколько нам надо здесь? Два. Ой, нормально. Давай тогда еще похилим ее немножко. Блин, все стимпаки на нее ушатал. Во, нормально. Вот это сейчас нормально похилило. Так, давай все возьмем. Было бы круто, чтобы мы добивали. Вообще бы здорово было, чтобы опыт. Вроде как тут кто добивает, тому больше опыта идет. Или что-то такое. Вот не точно. Так, сколько у тебя? Тяжело ранен. Блин, они все в нее. Слушайте, может быть, реально этот. Они все. Так, а кто у нас тут вообще? Тяжело ранен. Вот, при смерти. Вот эту надо мы повалить. Так, вот тут очень важно попасть в нее, а не в зеленую. Да ты, крыса. Блин, это пипец. Сейчас добьют. Сейчас добил. А, проснулся. О, Сулик, давай, бро. Одно очко здоровья. Просто обалдеть, что там за псих? Офигеть, она при смерти. Вот опять эта шляпа при смерти. Непонятно, блин. О, ха-ха-ха, мы еще и опыты забрали. Вот это хорошо. Это сюда. Сейчас бы вот этого еще довалить. Тулик, давай, бро. Давай, бро. Хорош, всех завалили. Офигеть. Офигеть. Вот это прикол. Так, а что там, все? Отлично, офигенно. Ладно, мы позаботились о костяке банды. Здесь в церкви, но Талер и его дружки все еще живы и бухают в жилом квартале. Они, должно быть, уже нажрались. И теперь мы сможем легко застать их врасплох. Ты готов покончить с ними? Давай сначала полечимся, я вам скажу, когда буду готов, конечно. Ты чё, баба? Ну, ты не отходи слишком далеко. Надо закончить это дело сегодня вечером, или мы пойдем без тебя, я скоро вернусь. Ты подожди, тупица. Ты себя бы подхилила, ну, по крайней мере, хотя бы. За победу над врагами без единой царапины вы получаете 300 очков опыта. Интересно, без царапины это, типа, нормально? Или как вообще? Так, восприятие у нас такое себе. Можно было винта хряпнуть, наверное, да? Но ладно. Всю эту клушу убьют. Блин, мы 5, конечно, потратили. Это хреново, но ладно. Так, главное это, что мы сохранились. И, в принципе, нормально. Так, все остальное у нас получается. А почему? Ну что, тупица там стоит. Ладно. Так. Все тогда, поперли. Давай, пойдем. Я не знаю, у него хп мало, конечно, но посмотрим. Кто тут? А, да ты! Так и пришел по нашу вечеринку. Я знал, что ты придешь. Всеми силами... Че? Всеми силами, стараясь держаться на ногах, Талер обнимает вас за плечи. Я никогда не рассказывал. Тебе, как я, он замечает группу Лары. Что за... Хрен вам, эта вечеринка не закончится из-за какой-то собаки женского рода и ее подонков. Достаем пушки, ребята, у нас гости. Может быть, слушайте, вот этих надо было напоить-то, конечно. Пивасом. Ну ладно. Я позырю.
Тут, походу, резня будет. Главное, сейчас не вопрос, это... А, Лара без повреждений. Ну, пойдет. Ой, таких тут немного. У нас, смотри, целая бригада. Так. А почему я не могу? А где я тут вообще? Где? А, вот он, я стою. Я тут в самом эпицентре, обалдеть. Так, давай-ка мы попробуем вот так вот по глазам бить. Так, этот у нас бил уже. Это наш. Получается, два... Мы можем сходить два. То есть вот эту давай мы будем валить тогда. Двумя попробуем. В глаза. Хорош. Получил критическое ранение глаза, потерял при этом боль. Так, окей. Давай. Хорош! А чё в меня-то? Вот крыса. Сулик, давай добивай. Дедов Масол очень любит треск костей, друже. Так, у нас 30... Нормально пойдет. А, подожди, с вингом, наверное, нельзя, да? Ну, в смысле... Подожди, а почему не могу-то? А, ну еще что ли? Ёлка, давай. Чё за фигня? Почему я... Почему я не могу по нему попасть? Пипец какой-то. Не мы добили. Ну, кстати, за опыт мы, такое ощущение, за убийство этих мобов мы не получаем опыт. Мы получаем за сам факт выполнения, такое ощущение. 16 хп, обалдеть. Ну, рискнем, рискнем. Не хочу аптечки тратить. О, как раз. Ух ты, 10 арты еще. Так. Блин, трупы плохо не подсвечат, но, по-моему, их два всего. Ну, давай. Да ты задрал, осел! Блин, почему он в меня-то стреляет, крыса какая? Блин, надо было, короче, подпохилиться. Вот, как всегда, 16 хп, какой черт? А вот опять, ха-ха, опять эскейп нажал. Блин, вылетело, ой, вылетело, загрузился, а в самой жопе мира, блин, пипец. Так, у нас хп полные, и, в принципе, нормально. Можно попробовать, ха-ха, может попробовать эту бабу винтом обколоть, блин. Это пипец. Так, они в какой-то там будке. Ну ладно, хрен с ним. Я думаю, что мы победим уже нормально. Давайте, без всего этого. Нормально, там вроде ничего было. Так, чего? А, пойдем. Я думаю, в принципе, нормально. Так, кто тут? Да, окей. А, смотри-ка. А теперь смотрите, сколько тут. Походу, они теперь не пьяные, что ли? Что? Короче, что-то непонятно. Так, вот... Че-то вот эти далеко теперь они стоят. Че-то мне это не нравится. Так, мы-то где вообще? Вот где-то тут рядом. Мы тут есть? А, вот мы. Блин, пипец. Так, опять этот ходит, да? Этот у нас, видите, головореза. Так, нам надо либо сейчас ждать, чтобы у нас КБ, если в нас будут бить. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. У нас класс брони поднимется. Очень сильно, на 10. Да, нормально, по нам не бьют. Прекрасно. Все, мы переагрили, грубо говоря. Сейчас тогда. Ух ты. Это Сулик, да? Ой, хорош. Ну просто превосходно. Так, он должен быть там уже вообще. А, выйти Тайлера. Ничего себе. Так, это кто у нас? Это Сулик у нас? Да, это Сулик, он ранен. Окей. Так, давай-ка тогда мы вот так вот сделаем. В глаза ударил через затылок. Пойдет. Так, 4 мы 1. 2 хода можем сделать. Отлично. Пойдет. Сулика бьют, конечно, мама, не горюй. Пойдет еще ранен. Так, тяжело ранен. Есть. Эх, не добил. Ну что-то они вообще промахиваются, пипец. Ну хотя бы не по нам. О, Сулик хорош. Так, тяжело ранен. Так, ну этого бригадира надо уже спасать. Зря залез, у меня оказывается уже все готово. Этого чувачка надо точно спасать, ранен. Давай еще тоже на всякий случай. Все, без повреждений пойдет.
Так, Кулик, давай, бро. Я верю в тебя. Так, тяжело ранен. Зачем я это сделал? Нет, нормально. Так, 4. Хорош. Там крит, наверное, вылетел. 18 пойдет. Жрет мои стимпаки, блин. Стимуляторы. Вот крит. Ой, хорош, и попало туда. Так, давай заберем все с него. И получается, нам надо. Ну все уже. При смерти. Ну давай, бро, я очень надеюсь, что ты попадешь. Попал только толку-то от этого. А, вот, спасибо. Сулик, давай, бро. Ух, как он, нифига ее. Так, ну там выхода нет, поэтому пускай бежит. Прикинь, вот сейчас вот у этой бабищи там, наверное, истории на всю жизнь хватит. Они там за этим ломанули. А, во. Так. Так, и в меня, да? Так. При смерти. А ты? Тяжело ранен. Так, это при смерти, это чертова, конечно, лотерея. Иди ты в жопу. Да хватит меня-то бить, придурки, я сейчас свои завалят. Смотри, психи. Ну, приехали. Короче, надо... Может, надо доставать пистолет. Пипец, он сейчас убежит, вот будет здорово. Я и выйти не могу. Вот говно, а. Минус 3% пойдет. Вот это да, вот это мастер. А че у нас так плохо-то? Легкое оружие, это 46, а что-то... Че как плохо? Пипец. Давай хотя бы так, пес с ним. Тулик, давай, бро. Умерла, все, пойдет. Так, надо с этого лоботряса все забрать. Пока у нас тут... А, это вот как раз-таки заперто, да, было, которое? Подожди, там еще кто-то бегает. Охранник, нифига там ему влепили по 32. Там нифига ему влепили. Так, все, да? Так, это я забираю. А, пропустите. Так, я так понимаю, кто-то еще где-то тут есть. И все. Женщина в ужасе убежала. Мы сделали это, я не могу в это поверить. Мы идем к церкви, чтобы забрать то, что принадлежит нам. Встретимся там, когда... Тогда и получишь награду. Окей. Ты дай мне тут залутать все. Хорош. Так, с этой мы забрали все. С этого кувалду забираю. Офигеть. Так, мы здесь не были. А сколько нам дали? Убив своих противников, вы получаете 390 опыта. Ага. Это получается не за квест, это просто за этот, да? Угу. Отлично. Наверное, у церкви специально сделали, чтобы в нас не стреляли, потому что это даже баба сказала, мол, типа, ты можешь даже не сражаться, а просто смотреть. Наверное, там определенное количество опыта дают просто за выполнение, как факт. Вот и все. Так, мне тут сказали сортиры обыскивать. Тут там может что-то есть. О, что-то нифига. Так, все получается, да? Получается все. Так, что у нас? Давай зайдем тогда сюда. Это у нас вот как раз таки квартал. Давай сейчас зайдем, посмотрим. Так, нам на нож взять. Да, с пистолета, конечно, стрелять прикольно. Но, кстати говоря, уже, наверное, можно холодное оружие прокачивать. Или энергетическое, вот, не холодное. Потому что, ой, холодное. Не, короче, легкое оружие. Потому что патронов у нас уже гора целая. Так, что у вас? Отличная идея, мы собираемся. Да, до сих пор еще, что ли? Пипец. Так, все тогда, да?
Ну все, почесали тогда, я хрен не знаю. Церкви. Ну крысы эти мелкие, конечно, до сих пор еще. Мне кажется, надо просто выйти из города и вернуться, чтобы, типа, знаете, это прошло. Время какое-то прошло, наверное. Вот, и тогда затригерится, что там этот дом появился, а не просто так. Так, ну-ка, что у вас тут? Так, сохранимся. Так, вот они, да? Спасибо, вот твои деньги, еще 100 сверху, готово. Опыт. Этот унитаз очень чистый, окей. Так, еще может что-нибудь? Я наконец заплатил Тайлеру за то, что он сделал с моим братом, окей. Все, получается, у нас тут что осталось? Только вот с этим с Карлом, да? И продавать выпивку так дешево. Но продавать выпивку дешево, мне кажется, этот Фрэнк, или как там его? Короче, забыл, на F, блин, третий на F. Он, наверное, где-то там вне города, может, там какая-нибудь этот. Черт его знает. Так, что у нас здесь? У нас здесь, мне сказали, что вот это загон рабов, черт возьми, зря туда ломился. Вот, этот, скорее всего, на карте, придурок. Вот, поэтому нам надо бы, наверное, туда выходить. Так, что, это простой камень, да? Давайте тогда выйдем и надо найти ферму, короче, эту. Где у нас вот, задание с этим с Карлом будет, черт его знает, где-то там. Так, что у нас тут вообще есть? Вот работорговцев, племя Умбра, Реддинг и все, да? Дыра, Кламат, Ньюрина, племя Умбра, город-убежище. Интересно, нет, нифига тут. Вот это жопа, блин! Так, ну пойдем-то в лагерь работорговцев, я так понимаю, да? Чем быстрее мы Вика возьмем, мне тут подсказали, что он какой-то самый офигительный из всех отрядов. Было бы неплохо найти, конечно, этот... как его? Ферму, короче, вот с этим, с Карлом, блин. Ух ты. А то они злые, да? Каннибал, ни хрена себе. Мы зашли, блин. Блин, слушайте, что-то я так... там 31 день так-то. Давайте-ка я сейчас посмотрю, куда идти надо с этим с Карлом. Давайте вот так вот сделаем, потому что я боюсь, что мы квест зафейлим. Там что-то, по-моему, 31 надо день или что-то типа такого. Поэтому вот я побаиваюсь. Давайте сейчас после разговора, по-моему, да, попробую. Сейчас я посмотрю, куда надо бежать и посмотрим. Я просто не помню, где это чертово племя, блин. Может быть, это... Ой, племя, это ферма. Вот, и тогда сбегом туда. Все, короче, я почитал. Там, оказывается, не этот квест. Я думал, что начинается именно вот когда мы поговорим. Пипец, вообще вообще с ним, по идее, можно не говорить было. А потом нас сюда отправят, и все. То есть, как бы, проблем никакой нет в этом вообще. Ладно, хрен с ним. Все, тогда побежали дальше. У нас единственный этот... как его? Зацепка это вот лагерь работорговцев, да? Вот, там у нас Вик этот сидит, и давайте тогда туда пойдем. Остальные у нас просто как вспомогательные, так сказать, да? Вот, по основному сюжету нам надо работорговцам, поэтому поперли туда. Может быть, эту еще и сестру этого Сулика освободим. Так, ну давайте. Да, дружище, встань-ка под удар. Подожди, это не то? Не тот самый? 17 здоровья, офигеть, это кто? Вы видите, работорговец. Ага. Он один, что ли? Подожди. Сколько он мне... Фига он мне половину снес хп. Ты что, дурак? Хрена себе. О, зачем я залез? Ну ладно. Давай хотя бы так. Хотя бы без этих. Так, не, 20 это много уже. Пипец. Так, ну давай, получается. Надеюсь, рабы не будут нас атаковать. Идите, пожалуйста. 26, обалдеть. А, ну смотри, они против. Нифига, 26, блин, обалдеть. Да, стимуляторы здесь нужны просто пипец. Так, давай, надеюсь, хватит. Так, получается, на два раза можно. 5. Эх ты.
есть. Главное, чтобы она сейчас... Ой, нормально, хотя бы против нее. Сулик, давай сейчас, главное, чтобы Сулик сейчас показал. Да, это тупицы. Нормально. Давай, Сулик. Так, она хилится. Хорош. Да, ну тут я уже ничего не сделаю, тут пипец. Тут уже рандом 92, просто пипец. Тут я уже ничего не сделаю. Сейчас частенько такое, мне кажется, будет попадаться. Вот, поэтому... Поэтому. Так, поперли. Блин, ну вот... Еще и все эти вот анклавовцы тоже там. Вообще полная трошанина полная. Кстати, тут смотрите. Толпа рейдеров. Рейверов. Ну-ка, давай, зайдем. Фига. Чего? Кто такие? Толпа рейверов. Чего я могу вам предложить? Сегодня ничего, спасибо. Алкаш какой-то. Так, две монетки, окей. Короче, понятно, рейверы, я понял вас. Так, эти все, да, наверное, такие же. Так, это у нас слегка подкачиваться. Видите, трава, окей. Так, несколько покачиваться. Так, походу мы тут ничего не найдем, да? Только вот если все собрать. Ух! Нифига себе, ничего не найдем. Вот это прикол. Господи, что там за психи бегают? Пипец. Какой-то кустарник пустой. Так, понятно. Так, ну, по крайней мере, хотя бы сейчас тут разживемся барахлишком каким-то. Так, это кто у нас? Слегка покачивается. Ага, они все одинаковые, похоже. Похоже на то, что они все одинаковые. Так, ладно, пойдет. О. Пипец, тут пиво-то. А, по-моему, мне сказали, ну ни черта не весит вроде, да? Так. 25 у нас уже, с ума сойти. Ну там что-то еще валяется. Во! Такое я люблю. Такое давайте мне. Блин, вот там что-то есть? Но... Пиксель хантинг этот, чертов. Сулик, иди сюда. Там... там много чего есть. И чё тебе надо? Так, торговать. И чё тебе надо? Так, давай, наверное, вот эту тяжесть ему отдадим. Пускай, если возможно, то может будет сандалить. Пистолеты все эти. Так, давай, наверное, 10 иглы ему отдадим. Хотя бы стрелять может будет. Так, блин, вес 22, мы 22 веса отдали, да? Пистолет, конечно, у нас целая гора, поэтому, наверное, давайте мы ему отдадим. 34 его пойдет. Так, у него, кстати, это отдай-ка мне. А вот это, по-моему, ни черта не весит, ну-ка. Да, не смотри, ничего не весит, а ты? А, это весит. Так, обмен. Сейчас мод пестик возьмет. Так, ладно. Давай, все, погнали обратно. Блин, вот это вот меня... Вот тут что-то есть, короче. Смотрите, вот там подсвечивается. Но из-за этого, блин, дурацкого ничего не сделать. Обалдеть. Так, сюда. Веревка. О, метательные ножи дорогущие. Так, может попробовать как-то встать, чтобы он затемнился? Прикиньте, это можно как-то достать. Вот где-то один пиксель здесь есть. Разработчики оставили его. Это просто издевательство. Ха-ха, ты зараза. Не, короче, это пипец. Не, вот я такой, я такой против. Я такого, не, такого мы не одобряем. Так, вот зачем так издеваться над людьми? Теперь я знаю, что там неосмотренный есть. Ужас какой. Шлык из Угуан, подожди. Вы можете взять этот предмет. Господи, да что там? А, даже смотри, даже Сулик у нас и то еле-еле ходит. Ну, кстати, не факт. Что тебе надо? Кстати, не факт, потому что он иногда сам по себе может так медленно ходить просто. Так, давай сюда, давай сюда. Так,
100 патронов, давай все. Вес 9. Чё так у нас много весит-то, я не понимаю. 18. Так. Ну ладно, один оставим пока. Может и цветы, 31 цветок, ну-ка. Ни хрена себе они весят! Пошли вон! Нифига себе! А чё и так весят-то, пипец? Цветки сраные, блин. Обалдеть. Вот это прикол. С букетами, блин, хожу тут. Так. Ну, еще что-то есть. Блин, прикольно. Вот такие вот... О, кстати, тоже что-то есть. Прикольно, вот таких вот в первой части не хватало. В первой части слишком пустынно было, да? То есть не было вот каких-то... движух каких-то не было. Здесь вот только эти... просто пустыня, да, и ничего не было. Там вот эти особые события только были, и максимум, и все. А здесь вот, смотрите, как прикольно. Подожди, так это игуана Боб! Это то, что осталось, что ли? От всего города, от хаба? Офигеть. Прикинь, если так. Вот эта вывеска, да, игуана Боб-то, блин. Ну, как из первой же части, нет? Это, может, отсылка какая-то, офигеть. Вот тут так вот забралась. Игральный автомат. И ничего, да? Блин, прикольно. По-любому отсылка. Так, вроде все осмотрели. Ну ничего, разжились зато. Барахлишко. Пойдет. Давай сохранимся. Вроде как я тут со всеми поговорил. Может быть, это вообще какое-то уникальное. Хотя вряд ли, наверное. Но все может быть. Так, вроде... вроде все. А, кстати, это, наверное, нет, не камень. Блин, что здесь такое? Здесь что-то есть, пацаны? Вот отвечаю. Блин, там что-то квадратное такое. Зараза. Где-нибудь там в файлах каких-нибудь. Ну, давайте. Так, я сохранился, да, сохранился. Сейчас наскокну, тут будет весело, блин. Опять из дыры бежать. Так, я так понимаю, мы дойдем сейчас, да? Фу, блин, пипец. Так, тут у нас, я вообще хрен его знает, что ждать. Давай сохранимся. Но по идее, сразу атаковать не будут. Нам мы типа ведь как пришли, да, вот загончик. Может, кстати, может поговорим сразу тут с кем-нибудь. Так, кто-то из вас Вик... Ну, наверное, у нее какая-то текстурка должна быть своя. Типа вот этого. Блин, так нельзя поговорить, да? А, вот какой-то стоит. Блин, пипец. Нельзя поговорить. Ой, ладно, я понял. Так, ну давай с тобой тогда. Сейчас вот я пиво заберу, вот это вот твое. Вы заблудились или как? Но вы-то еще, ты посмотри какой. А ты что скажешь мне? Дон сейчас главный, поговорить с ним. Да где он есть, этот ваш Дон? Иди, говорит, с Доном поговори, он главный сейчас. Пипец, я вот сейчас зайду не сюда. Вот мне кажется, это лагерь рабов. Ага, вот, пожалуйста. Эй, ты что ты тут делаешь? Я не видел тебя раньше. Мецгар послал меня проверить свой товар, но вы же... так, вы же его знаете. Если качество не идеально, он все разнесет к этой чертовой бабушке, а я уже и так опаздываю. Мне нужно закончить этот осмотр и доложить ему. Ты хочешь отвечать перед ним за мою задержку? Да, ну, я никогда не видел тебя раньше. Обычно приходит другой парень. Где он? Так, он больно серьезное осложнение после гриппа. Как-то дичь, ну ладно. Убить не хочу говорить. После гриппа, да как же. Похоже, у нас тут нарушитель. Да, надо было сказать. Надо было сказать все-таки. Я еще подумал, что бред какой-то, блин. Но реальность и РПГ-игра, это может быть совершенно разные вещи. Поэтому пес его знает. А, тут вообще всем насрать, да? Так, ну как, кто из вас Вик? Вы видите забор, отлично. Вы видите раба. Короче... всем, короче, насрать, окей. Так, ну-ка давай сюда тогда. А тут не насрать, если я зайду? А тут не насрать. Ой-ой-ой-ой.
Вот это я понимаю, Донт все-таки тут сидит, да? Или стоит, или кто тут? А, вы видите хмурого работорговца, покрытого слоем грязи. Боже ты мой, что, не помыться, что ли, придурок? Эй, что за херня? Кто ты? Черт тебя подери. Я так уж говорю, Мецгер послал меня здесь, чтобы присоединиться к вам. Упс, не то место. Мецгер послал меня. Мецгер тебя послал. Ему стало немного неловко. Только не говори мне, что он снова хочет рабов, черт возьми. Мы же совсем недавно уже отправляли партию, на прошлой неделе, если память не изменяет. Вообще-то да, хочет. Он будет развлекать каких-то шишек из Нью-Рина и хотел бы еще парочку девочек по этому случаю. Но если вы не сможете предоставить их, я уверен, что босс будет в восторге, когда я вернусь с пустыми руками. На татуированной голове человек выступает пот. Подожди секунду. Я ведь не говорил, что не смогу предоставить еще парочку. Вот, возьми ключ от хижины, где мы держим личные игрушки. Выбирай из сливок, так сказать. Он вручает вам ключ и нервно улыбается. Спасибо, я замолвил за вас словечко. Отлично. Так, и можем... Я могу пиво-то забрать, черт тебя побрал. Спасибо большое. Так, давай сохранимся. Может быть, нам позволено сейчас будет и эти обыскать. Очень было бы здорово. Еще и все взялось. Вот это кайф. А могу я во имя Мецгера зайти сюда? Спасибо большое. Там тут еще есть. Зову торгов. Да. Ой, это я тоже могу забрать. Какое большое спасибо вам, господа работорговцы. Ёкарный бабай. Вот это да. Ладно, пойдем, не будем тут уже этот мусолить. Так, я так понимаю, нам сюда, да? Или вот, наверное, даже сюда. Ну, кстати, тут небольшая такая, и это, и... Хренотень-то. Я думал, тут будет огромная. Так, ну ладно, давайте тогда, наверное, заканчивать на этом, да? И в следующей серии тогда посмотрим, кто тут у нас где есть. Где-то Вик здесь, походу, должен быть, черт его знает. Я ни черта уже не помню. А, вот, но в любом случае нам надо сестру Сулика найти, она где-то здесь. Ладно, все тогда на этом. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего и всем пока.